Ну чё, приветки всем. Вот очередной выпуск. Прохождение The Walking Zombie 2. Также пойдем сейчас миссии выполнять. Сейчас, выполнив задание для некоторых жоп. Есть. Сейчас отключу-ка я интернет. Есть. Капец, не муравей давал больше житпоинтов. Отлично, отлично. Умение лазерное оружие. Так. Способности никаких. Пока что это колесо фортуны. Ну, я не скажу, что оно какое-то такое, но очки умения. Новенькая. А ну-ка. Нихуя. Ладно, погнали. Хули там. Ас. Блин, откидаю. Блин, не знаю, нахер эти задания у аса. Нихрена нет. Так, подожди. Что у меня по этому, по комплекту? Жени сюда. Эти есть. Переставить. По одному. Шестинник плюс два. Так, что у тебя есть? Что, погнали? Интересно то, что я встретил скелет огромного дракона. Он в будущем у меня появится или нет? А может какой-то его потомок? Да ну, ёб твою налево, откуда там скелет дракона-то? И как он умер? От обезвоживания. Ребятки, не надо тут ля-ля. Найдите антирадиационные фильтры. Отлично.
Так, ребятки, давайте вот это. Не будете ля-ля делать. Хорошо. А ну давайте, блядь, сдохните, суки. Так, карта сокровищ. О. Собачка, да? Собачка. Так, за ключом, мазафакер. А ну-ка. Взять. А вас нафиг. От вас, как от козла молока, пользуюсь столько же. Ну-ка. Что такое? Что такое? Что такое? Пошел в жопу, урод, блядь. Ну-ка, фильтр на доске. Да ёб твою налево. На какой доске? Так, блядь. Так, и на в научную базу пойдем. Погнали. Капюшоне какой-то твердый парень попался.
Что-то, ребята, вы меня разочаровываете. Тихо. Тупые ловушки, блядь. Не очень приятные, бронированные, так еще на расстоянии херачит. Давай, давай, давай. Оп. Да ну, блин, вообще. Что это такое? Легко. Так, ну тут не явно. А ну давайте, что-то вы меня разочаровываете, а ну-ка. Давай, пизнул, сука. О, почините электрическую сеть, пам-пам-пам. Ну, это проще. Проще, чем кажется. Так. Найдите кассету, я как-то использую слота. Так, это и своих, как обычно. Все, все, сдулись. Есть. А теперь можно возвращаться. Так, не понял. А, ну, это херня. Я же это предвидел. Опа-на, все по красоте. Святая курица. Шансы избежать встречи. Встретиться. Встретиться со святой курицей. Что-то новенькое. Святая курица. Курица, яйцо. Блять.
смысле неправильно? Яйцо было, блядь, курицы вышли, птицы вышли из ёбаных рептилий. Соответственно, чисто логическим путем рептилии откладывают яйца, следовательно, что рептилия была до яйца. Чё, блядь, до рептилия была до яйца. Курица была после яйца. И следовательно, яйцо было до курицы. Все пиздец. Пошла ты в жопу, блядь. Я понял, нужно было просто сказать курицу, якобы, чтобы ее удовлетворить. Да пошли они в жопу, блядь. О, отлично. Так, рюкзак. Ну, там неполадки с памятью оказались. Сейчас мы продолжим. Я взял снова два задания. Так, сука ты. Дай мне одну банку тушенки, которой у тебя нет, сука. Пустыня. Ну, погнали. Орда зомби, блядь. Давай уже, блядь. Все, теперь я могу с муравьем Бобом пообщаться.
Лошары. Так. Молодняк. Ты кто такой, блядь? Пошел нахер. Да, включай уже. Блин, какая-то незаурядная миссия. Надеюсь, никто не видит моих выходов на рабочий стол. Встретит? Тележка. Что у нас тележка? Золотой кусок. Ты ёбка. Я не увидел этого петуха. Мусор. Это тоже мусор. Так. Так, вот эту использовать. Ну, идем дальше. Страшная такая, ты такая страшная. И неукрашенная, страшная. И неукрашенная. Так, блядь, не трогай меня. Мразь. Верта воняет, пошел нахуй. Что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Странно, что живой, то есть мертвый зомби. По собственному выбросу радиации. Вот так с ними бороться. Стреливать их вообще не время.
Большой босс. Бля. А, ты не один. Расчистить мне дорогу, мрази. Не знаю, они больше не сюда придут, что-то прям. Просто временные затраты. Главное, чтобы были аптечки. Сейчас со мной вообще не важно. Давай, так. А что ж ты страшная такая? Окей. Чё, блин? А я-то уже подумал. Сорок два пятьдесят один. Как, бля? Какой там, блядь, мало энергии, а? Сука. Еще трое. Какой мало энергии, я не понял. У кого тут мало энергии? У меня достаточно энергии. Что вы там соседи, блядь, в кругу? Да плевал я на вашу радиацию.
Ну вот отвечаю, плевать. Использовать. Паста. Ну почему бы и нет? Что ж ты страшно, вы профессионалы, ну я сейчас сомневаюсь. Два пара. Ничего интересного. Здесь. Что ты за вопрос? Ты неудачный, потому что у тебя желчь. Желчным пузырем проблема. Сука. Проблемы у них с электричеством. С мозгами у вас проблемы, блядь.